Здравствуйте, маленькие наши друзья! Поздравляем вас с праздником! В этот вечер на один час сотрудник районной администрации Лариса Рубин превратилась в Снегурочку. Говорит, опыт есть. В студенческие годы приходилось выступать в этой роли на новогодних елках. На этот раз елка особенная для детей мобилизованных. Приятно дарить радость людям, тем более таким маленьким деткам. Выступление творческого коллектива, конкурсы, игры, танцы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Такого праздника в администрации железнодорожного района Самары жена мобилизованного Яна увидеть не ожидала. Ее дети, 5-летний Ярослав и 2-летняя Василиса, в восторге. Женщина рассказывает, заботой и теплом со стороны городской и региональной властей ее семья окружена ежедневно. Администрация нас радужно приняла. Мы как уже большая семья, у нас есть группа, у нас есть куратор. Подарки дарят, помощь предлагают. Все, что вот, ну, не попросишь, всегда все как бы помогают. Деткам также предоставили бесплатный садик, ну вот сейчас на момент мобилизации. И еще нам, значит, места предоставили в поликлинике, нам выдали медикаменты, необходимые на детей. В администрации железнодорожного района Самары для детей мобилизованных запланировано 2 новогодних утренника. Один для дошколят, второй для ребят постарше. Сегодняшний вечер обещает быть красочным, ярким, новогодним. И чтобы предчувствие Нового года у всех было прекрасное настроение. Новогоднее представление для школьников семей мобилизованных пройдет в четверг. С организацией праздника помогло бизнес-сообщество. Новогоднее настроение и сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки подарят 60 детям. Александра Гусева, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.